Вопросы молодежи обсудили в парламенте республики. В начале совещания Хизриш Хусаидов отметил, что 2 месяца назад Рамазан Абдулатипов обратился с посланием к Народному собранию, в котором четко определил пути реализации молодежной политики в республике. Нужны молодые лидеры, а для этого надо доверять им ответственные дела. Хусаидов поручил правительству республики в течение 3 месяцев провести необходимую работу по подбору кандидатур молодых людей, профессионалов до 35 лет. Для назначения на ответственные посты в органы исполнительной власти и местного самоуправления. Причем на должности не ниже начальника управления, замминистра или замглавы администрации. По мнению спикера парламента, пока ничего существенного не сделано для реализации положения послания. В связи с этим Хусаидов обратился к представителям молодежных организаций проявлять побольше активности.